Я сложила для тебя стихи. Ты же так их любишь. Послушаешь? Твои ясные очи. Два блюда. Только вместо еды на них звезды. Берта, хватит! Ты меня совсем не понимаешь! Уходи! Ты хочешь украсть моего Альдвина? А, ну конечно. Ведь он так ослепительно хорош. Несчастная любовь? Он прекрасный цветок, а я ничтожный червь. Мои слова не разжигают его чувств. Он все так же холоден. Просто слова не те. Гляньте-ка. Раз ты такой умный, открой мне двери его сердца. Он пивовар, так? Восхвали его мастерство. Вот так хитрость. И как я сама не подумала. Даже дурень последний знает, где лучше эль. Упоительно свежий, как весною капель. И бедняк, и король его обожают. Альдвина за него до небес прославляют. Что за слова о моем эле? И что за сладкий ангельский голос? Кто из вас сложил эти стихи, а? И стихи, и голос были ее. Я и не знал, что ты так складно сочиняешь стихи, Берта. Входи, хочу послушать еще. Спасибо. Возьми, я сделала это для Альдвина. Теперь мне это ни к чему. Есть у кого история? В детстве я привязывала веревки к кошкам матери и вопила: «Фрейя едет по Вальгалле!» Почему, становясь старше, мы перестаем рассказывать себе сказки и верить, что способны повелевать богами? Мы оставляем всю страсть наших творений, наш веселый сейд ради сейда темного, ради сейда власти. В детстве мы владыки нашего маленького мира, хозяева мгновений, торжество восторга. И если я хоть чему-то научилась за все мои дни, после всех битв, всех сожалений и всех побед, пускай парус, всегда находи час для радости, и я о том не жалею. Так пусть глупейший боевой клич будет мой. Мирный, охочий до странного. Расскажешь позже. Монастырь, там есть чем пожениться. К бою!
оградиться. Вперед, волки! Умри достойно! Митинг! Объясни мне, помоги мне! Пришел твой час. Подойди-ка сюда! Oh, God!
Сюда, на помощь! Спасибо. Монастырь, Эйвор, полный добычи. Поднимай парус. Прекращай!
глубоко тут. Может, хоть сокровище нашлось? Да, вот браслет, который искал ваш отец. Возьмите его. Спасибо. Мы знали, что ты его найдешь. А что с отцом? Почему его нет? Озеро стало ему могилой. Но этот подарок сохранит хоть память о нем. То есть он утонул? Где остальная ваша родня? Мама заболела и не поправилась. Теперь она в могиле. Больше никого нет. Рильда, постой! У отца есть сестра в Йорвике. Продайте браслет и ступайте к ней. Ваш отец этого хотел бы. Мир жесток, а боги равнодушны. Здесь мне точно не рады.
Капур!
Дуайер Уинтер.
Huh.